В Якутске проходит первый турнир по баскетболу среди команд ветеранов Республики Саха и Санкт-Петербурга. В рамках турнира Федерация баскетбола и Совета ветеранов баскетбола Якутии и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве. Турнир, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны, проходит с 20 по 22 мая. В соревнованиях принимают участие команды из Якутска, Мирного, сборной Республики Якутии и Санкт-Петербурга. Всех команд объединяет многолетняя дружба и любовь к активному образу жизни. В составе команд играют мастера спорта международного класса. Большинство участников турнира уже перевалило за 60, но игроки в отличной физической подготовке. Команда «Авиатриумф» представляет Якутию на чемпионате Санкт-Петербурга среди ветеранов. Состав команды укомплектован якутянами и петербуржцами. Команда «Авиатриумф» – это якутская команда, можете посмотреть на мои... форму, сзади написано «Якутия». Мы уже представляли Санкт-Петербург в декабре 2012 года на турнире четырех городов-героев в честь 75-й годовщины разгрома Минска под Москвой и заняли второе место в белорусской команде города-героя Минска. Выиграли турнир того же Павлова. Ну, в общем-то, Якутия вышла за пределы своих границ, больших границ. И, ну, в принципе, считаю, что дебют был успешным в Санкт-Петербурге. Надеюсь на понимание, поддержку, значит, этого начинания